наверное, повернул. Загрузочка-то, блин. Ёпарасоте. Конечно, рано. Ладно, может, магазин попадется какой-нибудь автозапчасти. На загрузку едет. Чё? Сейчас я залезу. Опа, давай. Так. Ты думаешь, а что ты? А он все уже, что толку дать мне? Так, теперь нам ее надо затолкать, да? Так. Оба! Ух ты, блин! Собака плешивая. Там смотри, эти чемодан. Чемодан-то фиг с ним. Так, все. По сути, вот так нам ее надо, да? Теперь тебе надо воткнуть скорость, всю хуйню. Держи машину. Давай, давай. Я сейчас пойду. Так, ты держишь? Да. Опа, блин. А, бля, не достаю. Ёпарсоте, подожди-ка. Встаешь? Ногой попробую. Блин. Все. Ногой включил. А, так, теперь, ребят, надо мне ее как-то закрепить. Так. В принципе, по размеру нормально здесь ходить можно. Зеркала убираем. Все, ребят, сейчас вам стягивать. Так, тут стянул тоже. Блин, пипец. Так, здесь. Бля, не знаю, здесь за балку, короче, бля, не оторвет, что я думаю. Ну. Бля, колес приспустить, что ли, немножко, бля. Херу знает, бля. Здесь еще аккумулятор у него умер, бля. Месяц, что ли, полтора машины стоял. Машина-то новая. Такие дела, ребят, сейчас еще вот эти сумочки докидают. И все. И полетели. И у нас опять ЧП. Мы без этого не можем. Потому что я увидел колесо у нас. Вот оно что. Короче, ребят, сейчас два колеса опять. И два диска. Последние остались. Я же говорю, они умрут скоро. Ой, бля, пипец, короче, ребят. Ладно, грузимся. Вот отсюда переезжают на Владикавказ. Ну и мы, соответственно, переезжаем вместе с ними. Там друган у меня. Поедем в гости. Так, кофеечки я тут варил. Все нормуль. Сейчас попьем, пока ребята грузят. Че у меня шапка-то испачкана. Так, ну все, ребят, вроде в целом-то все нормально. Сейчас загрузим, колес посмотрим. Друзья, ну все, загрузились мы. Выезжаем потихонечку на Владикавказ. Загрузили машинку. Ну и немножко сумочек. Вес, в принципе, там я не знаю, сколько машины весит, но там остальное может 100 килограмм может еще прибавить, но может 200 там. Ну, машина вообще, короче, легкая, ничего не просела ни перед, ни зад. То есть потихонечку поедем. Единственное, вот я колеса еще не заменил, не могу найти ВС-лайк резину, вот что меня пока больше. Нервоз такой своеобразный.
ребят. Ребят, не знаю, остановился, вот сейчас шашлычок хочу заказать. И вот, не знаю, в этом магазине есть, нет ли, конечно, он покрышка стоит. Ну, газельский вряд ли, наверное, есть, мне кажется. Ладно, схожу. Что делать-то? Такие дела, ребят. Перекусить все-таки надо, а то ничего не ел. Хотя ел рис. Рис все-таки я сделал. Ладненько, добежим. Ребята, доброй ночи. Короче, у меня очередное ЧП. Колесо прям перед заправкой здесь вбахало прям. Бля, проехал на немножко прям. И все, кирдык, ребята, на. Так, ладно, сейчас это ставим, одеваем, надо с ручником два колеса купить. Ребят, не могу найти нормальную резину, пока не попадает. Ладно, нормально все, без трудностей, ничего нам не дается. Газончик спит. Такие дела, ладно, сейчас одеваем. Фух, так, ну все, ребят, одели. В принципе, ладно, да, посмотрим, все, наработался на сон грядущий, давайте, ребят, отдыхать, до завтра, пока. Друзья, доброе утро, стоим также на этой заправочке, на Башнефтевской, где колесо мы меняли. Короче, немножко я проспал, но я, в принципе, не помню, я, может, будильник не заводил. Нет, я заводил, по-моему, будильник, но я вчера что-то так накрутился, что я, походу, проспал. По-моему, я заводил будильник. Да, будильник почему-то был в 5:08, но он должен был... сорян, ребят, сорян. Я, короче, нажал 5:08 подъем через 21 час. Офигеть, это я что поставил? На сегодня только что ли, на 5 утра получается? Блин. Значит, я проспал своим обычным сном. В 2 часа я лег, время 8. 6 часов я проспал и вот сам встал. Получается вот так, значит. Сейчас, я думаю, в Самару, наверное, тронем. Что-то тоже, ребят, вон машинка прям чуть отъехала от заправки, наверное, километр, вот первый подъем, что-то газелька, походу, что ли, идет с аварийкой. А что у него там мотается? А, это не газелька. Брат, колеса целые, все цело. Может, что это, дизелек, что, может, что случилось? Так, по машине, механически, может, что-то это. Ладненько, едем потихоньку дальше. А вот мы где на стоянке-то были. Старая-то Волжанка. Мы справа в этот раз ночевали на стоянке. За прошлый раз слева, чувак. На миг уже, любовь, маршрут перестроен. Что-то... Ну, Самара 120 км. Прямо 36 км. А там через Борское тащит. Там, получается, тоже дорога есть, что ли? Ах, Самара, городок! Так, ребят, я что, на удивление, я ищу колеса, обзваниваю, нигде нет колес. Опять мне вставляют это фуфло, бля. Валтура, Триангл.
Ну, рот, водить с удостоверением. Опа, бля. Извиняюсь. Бля. Улетело. Ты везешь? Это, я переезжаю. Да мне колеса купить надо, у меня колеса полопались. С другой стороны, блин. Я не доеду, мне ехать еще, блин. Страховка есть? Есть, конечно, все есть. Все нормально, ага. Вот и все. А что ты говоришь, что все очень серьезно, по пропускам, Самара. Где какая Самара? Ну чтоб получше спать. Это же сотрудник. Стоит у нас опять. Так, мы теперь ищем магазин. Так, масочку можно снять. Вот тебе и Самара городок. Боковое движение. Первый съезд. Два дня. Че? Отменили пропуска походу. Ребята, не знаю, короче, вот еще нашел какой-то здесь вот этот, ну, шинный двор, блядь, так называем. Не знаю, два колеса. Хочу на пробу посмотреть. Лансайл какой-то, 185, и Кумха. И диски здесь Gold Whale, усиленный ток. 2 рубля, ну, 200, что ли, диск, блядь, офигеть. Ладно, сейчас дойдем, посмотрим. На склад сейчас покажут. Отдал, сейчас принесут два колеса и диск принесут. Не знаю, дальше не пускают. Колеса.ру. Колеса.ру. Такие вот дела, ребят. Кумха, ребят, видите, летние, бля. А это Китай. Всесезонка, бля. Но у нее мягкая прям. Знаете, мягкая. Блин, а у этой вот твердая, бля. Она чисто летняя. Кумха. Наверное, летнюю, наверное, я возьму на. А это Линсвилл. Линсвилл, вот это вот колесо, бля. Такие дела. Ладно, будем летнюю брать. Кумху возьмем. Думаю, возьмем Кумху, два колеса. Так, у нас потом какой вариант будет? Best Like. Блин, его, конечно, можно было наперед перекинуть, а Кумха еще два купить назад. А перед Вестлайк зимний убрать. Тоже как вариант. Но единственное, опять, найду ли я эту Кумха потом. Если только здесь опять потом заказывать. Но... Ой, не знаю, бля. Надо ехать, надо колеса делать. Сейчас поставим. Соберем. Платим. И все. Такие дела. Ладненько. Угу, все, спасибо. На
склад. Короче, кумха я решил взять, ребят, попробуем. Что за летние колеса? Летние. Все равно уже наступает лето. Короче, в шиномонтаже, ребят, как всегда, бля, очередь на. Там можно просидеть, как я понял, очень долго нам. Валить надо отсюда пока нам. Очередище там просто, блин. Итого, ребята, два колеса. 4,362 диска и два колеса 7,980. 12 касиков нам. Что-то я ее быстро, конечно, проехал так. Ну такие вот дела, ребят, на Сызрань идем, а там уже на Саратов. Колеса где-то на монтаже сейчас будем делать. Ребят, есть тут. А где он? Шиномонтажик-то у меня нужен. Кстати, пакеты, ребят, дали. Два штуки бонусы. Колеса с рекламы, короче, все дела. Пойдем узнаем, что там. Так, здесь у нас вестлайк. Ладно, ребят, достали колеса эти. Это старые. Сейчас мы с ним попробуем бартер отмутить. Но вот это вот колесо. Что, тоже ему кирдык, да? Нет. Что у нас? А, это с камерой. Да? Это с камерой. С камерой она под запаску, ее оставим. Внутренний хер его знает. Корея, Мадин Корея. Четыре с половиной, да? Чем даже ни разу не стрельнул, блядь, да? Не сел еще, да, вон, блядь. Сейчас еще раз уебет. Да, он с той стороны. Так, все, колпачок одели. Одно готово. Посмотрим, что это тут. Кухо, блядь, что за резина, блядь. В натуре, блядь. Глянем, проверим. Девочка.
прокатим, колеса поменяем и поедем. Полетим уже, а не поедем. Так, ну все, одели. В принципе. Цвет положишь мне на халяву, дали. Давай, спасибо. Давай, счастливо. Ага. Эх, нифига себе, вот это домоган. Вот что это такое? Ребят, вот иногда стреляет. Короче, все сделали. Поменяли мы колесики. Пацанчик нормальный. Договорились мы с ним. Оставил я ему все свое старье. Молодец, мальчишка. Так. О, а здесь столовая есть, ребят. Я что-то проглядел, кстати. Может, покушать сходить. Поверните направо. Пойдем покушать сходим. Большую автономочку нормальную, да? Там что есть? Офигеть, ценники, ну. Радар 8-8. Ну, телефончики, наверное. Скинул, да, 5600, почти как у меня, да, был стоит. Да. Рублей. Самый малый 10-метровый, да, получается? Да. Так, а газовый баллон 75, 65, 3 штуки, 5 штук 60 рублей, да? По 60 рублей, да. Угу. Нормально? Что тут я не помню, в принципе. Нормально, все время возили только следы. Да? Да. Надо будет тогда 5 штучек у вас взять, наверное. А коврики на что, на газель нету? Нет, нет. Только фуры? Да. А вот смотри, звездочки, шестигранники, сами не пробовали, мягкие, не мягкие? Нет, не пробовал. Блин, вот сколько не покупаю, короче, хочу открутить на двери одну ерунду, и прям выламываются все звездочки, и все, блин. Где качественно найти, блин, узнать бы вот. Может, там звездочка уже не поможет? Блин, тоже такое возможно. Я тоже уже думал об этом, но как-то на двери это отпилить, конечно, это... Да, вот и именно этот замок, этот вот, куда петля входит, блин. Ясненько. Так, что еще-то интересное тут?
плиточки, да? Плиточки, цены, конечно, хорошие. Да. Тетроматранс. А это что, китайские автономки? Да. Обои, да? Да. Одна трех, другая 4,5, что ли? Нет, там 2 киловатта и 4 киловатта считается. Это 4 киловатта, это 2 киловатта. А это российская, это Проматроник, город Ржев выпускает. Чего они себя как показали? Ничего не знаю. Никак не показали. Никак? Никак. Не, в принципе, я разговаривал с людьми, у которых она стоит. В принципе, работано хорошо в плане температуры. Но запчастей толком нету в плане ремонта. Потом самарская сеточка, он стоит 200 рублей. Вытащил, но вот, ну, поехал дальше. У них сеточка в горелке прям заварена. Лёх, нифига себе. Да. Вон горелка лежит в огне. 4000. То есть сеточка забилась, не смогли почистить ее никак. Все, покупайте новую горелку. Потому что сеточки даже отдельно их не привозили, их нет, заварены у них там. Автохолодильник C20, 23 тысячи. Автохолодильник 24 500, 21 500, 19 500, блин, охренение. Хороший холодильник, бля. Нормально, холодильнички. Слушай, они все 24 вольт, да, холодильники? Холодильники идут 12-24, плюс некоторые модельки 220 комплекс. Фига себе. Они все до минус 20. Можно выставить, да, плюс 10 до минус 20. Нормально. Пневматика, на. На трассе отстреливаться, на. На трассе отстреливаться пневматикой, да? Да нет, не поможет. Не поможет. У меня ракетница с собой, на. Она хоть чуть-чуть шугнет, да? Ну да. 5 баллонов взял на 300 рублей, по 60 рублей. Сейчас кушать. Обеда на вынос. Первый заказал лапшички, супчик и макарошки с гуляшом. И все. Второй. Гуляш говядина, да? Да, поджарка свиная есть. Ну давайте говядину. Так, что, мы едем? Цветочек полить надо. Что-то солнце светит. Так-то сказали, он любит солнышко, но что-то, по-моему, сегодня, ребят, у нас солнышко светит хорошо. 3, чтобы что-то почувствовать. Короче, такое ощущение, что я поел, но ненадолго. Так, мы трогаемся. Могу сказать, кстати, где мы проезжаем и где мы кушали. Мы можем, в принципе, посмотреть. Вода все-таки, да, тут бегает. Едем, едем, едем. 107-й. Опа! Промрегион, ребят. Сейчас газ заправим. По 15 рябчиков.
заправились. Все, покатили, ребят. 14.50 что ли. Нормально. Что-то, ребят, сразу, а что такое летает? Вертолетов что ли столько много? Смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Офигеть. Интересно, а что они летают? Это по кругу, что ли? Я что-то не пойму. Вот, смотрите, вот еще один. Вот летит один. Вот здесь, вот тут, туда нет. Вот видите, они здесь раз приземляются чутка, а вот там вообще низко он приземлился, прям в деревья. Да, по кругу они фигачат. Тут, наверное, 8 на вертолетов, скорее всего. Видите? Вот эти, да. За ним он еще один, ребят. Сызер 9. О, газ 18.50. Блин, надо было заехать. Еще заправиться. Вон там заправиться. Москва. 792, Пенза 243, Кузнецк 136. Ульяновск 130. Эх. Блин, может нам тут домой заскочить. А дом-то так рядышком, 130, блин. Блин, ребят, домой по-нормальному я не заезжал уже 10 февраля. 10 февраля, сегодня какое? 7 апреля. Да ладно. Офигеть, февраль, март, апрель уже. Кавказ приеду, как 2 месяца, как уехал. Вот, а нефть сделали, а газ не сделали, нифига. Заправку сделали. А газ почему-то они не провели в этот раз. Да вот там есть. Дальше там нефть есть. Да, семечки закончились. Семечки надо купить бабушкины. Кто-то летит. Надо пропустить. Море выйдет. Дорога, ребят, закончилась плохая, вот только что. Волгоград 700, Саратов 300. Да, блин.
Сызрань, ребята. Камазик, камазик идет. Сейчас втопит, втопит. Разозлился, блядь. Газует, газует. Пошел. Впереди камера на разметку. Нечего снимать. Все это прекрасно знают, что здесь за дорога. Тихонечко будем ехать. Ой, дорога, ребят, закончилась плохая, вот только что. Волгоград 700, Саратов 300. Да, блин. Поехали.